поступили новые насосы. Модель QDX230075BS. Погружной насос, корпус из нержавеющей стали. Очень такой увесистый. Диаметр штуцера здесь 1 дюйм. При желании можно чуть-чуть его увеличить. Тут выходное отверстие будет побольше. Поплавковый выключатель. Кабель 10 метров с маркировочкой H07RNF. Сечением единица. Оснащен дополнительно кнопкой избыточного тока. По характеристикам максимальная производительность 80 литров в минуту. Напор максимальный 33 метра. Но самое интересное — это его график. То есть до 20, где-то 5-7 метров высоты подачи его производительность практически не меняется.